Привет, друзья! У меня небольшой анонс. С ноября месяца 2018 года на моем канале новый плейлист. Я его назвал «Ностальгия» или «Ностальджи», как угодно. Я планирую ежемесячно выкладывать туда какое-нибудь видео, снятое в прежние годы. Ну что такое прежние годы? Дело в том, что моему каналу всего-то навсего год с небольшим, поэтому все видео, что было снято 2 года назад или 20 лет назад, это все прежние годы получаются. А как выяснилось, видео и даже кино я снимаю довольно давно, накопился какой-никакой материал, поэтому буду потихоньку выкладывать. Я еще не решил, буду ли я выкладывать как есть, как было снято, или буду подвергать цифровому ремастерингу и современному монтажу, время покажет. Ну а пока, если у вас появится желание вместе со мной поностальгировать по прежним годам, милости просим, мой новый плейлист. Либо, если вы настолько молоды, что ностальгия вам еще совсем не свойственна, просто заходите посмотреть, как раньше снимали любительское видео и даже кино в эпоху, когда еще не было айфонов и даже не было ютуба. Так что всех жду в моем новом плейлисте на моем канале. Каждый месяц новое старое видео. Ностальгия. Сегодня, конечно же, первая серия посвящена Дню народного единства или чего там еще народного. Всех поздравляю. До встречи. Пока. Как мы уже говорили, единство – это основа основ, которая помогает нам повсеместно. Сегодня мы с гордостью говорим о достижениях нашего сельского хозяйства. И эти достижения не могли бы состояться без помощи современной сельскохозяйственной техники, образцы которой вы сегодня можете увидеть на площади. На нашей площади зерноуборочный комбайн, самоходный опрыскиватель, разбрасыватель минеральных удобрений, дисковая барана, различные виды тракторов. Вот далеко не полный список техники, которую вы, уважаемые гости нашего праздника, можете посмотреть не только снаружи, но и изнутри. Особенно приятно отметить тот факт, что это техника российского и самарского производства. Мы гордились и гордимся успехами нашего сельского хозяйства, нашими деревнями и селами. С Днем народного единства! Не просто пространством, а сценической площадкой, на котором вы увидите уникальное действие, которое было подготовлено специально к нашему празднику Дню народного единства. Специальное представление «Танцующая техника».
за технику, использованную в полученном представлении обществу с ограниченной ответственностью ГРОВ и ВЕС. В единстве наша сила, только объединив то, что нас различает, только собравшись все вместе, можно добиться невозможного, достичь невероятных побед, которые для многих всегда будут оставаться нашим великим чудом! Здесь есть леса, поля, реки, здесь есть хлеб, здесь есть нефть. Но самое главное богатство нашего Самарского края – это, конечно же, люди. Люди, которые населяют этот благодатный край. Недаром на полотнище знамен сейчас твои сверкают ордена. Ты к звездам отправляешь корабли, твоим трудом страна моя горда. И лучшие красавицы земли мне только здесь встречаются всегда. Самарский край!